Быстрее ставь лайк, если хочешь, чтобы выходные никогда не заканчивались! Друзья, всем приветик, с вами по-прежнему Овер, мы продолжаем играть в замечательную игрушку под названием Roblox. Ребят, сегодня у нас будет прикольный режим, в котором нам нужно будет проходить различные испытания и в конце концов убежать от Спанч Боба. В общем, вот такой вот у нас сегодня будет замечательный режим. Давайте посмотрим, что, ребят, здесь есть. Здесь есть некоторые персонажи, посмотрите, есть Гэри, есть Спанч Боб, есть какой-то очень странный Патрик. Ребят, я не знаю, что с ним произошло, но обратите внимание, как странно он выглядит, ребят, что с ним произошло. И не менее странно выглядит мистер Крабс, ребят. Такие руки, посмотрите, он как будто сосиска какая-то, ребят. Вот так вот я взял его. Ё-моё, как странно он выглядит. А мы можем как-нибудь поменять теперь персонажа? Ну, ребята, я не хочу играть за мистера Крабса. Ладно, давайте попробуем умереть, возможно, потом сможем поменять персонажа. Пожалуйста, пожалуйста, да, отлично. Давайте возьмем, например, ребят, Спанч Боба, потому что он прикольный. Вот так вот, с моей прической классно он выглядит. Ну что ж, ребят, давайте проходить препятствия. Только я хочу попросить вас, ребят, поставьте, пожалуйста, большой палец вверх, потому что впереди меня будет ждать очень много препятствий, а каждый лайк, ребят, помогает мне справляться с препятствиями гораздо быстрее и круче. Поэтому, ребят, я надеюсь на вашу поддержку. Ну а мы потихонечку уже проходим. Первое препятствие я прошел. Давайте, второе тоже прошел. По лестнице. И теперь вот так вот по деревьям, по шарикам. Отлично. Здесь, ребят, надо угадать, в какую сторону идти. Я думаю, желтенькая. Ага, я не угадал, ребят. Хотя я думал, желтый Спанч Боб, желтая тропа. Но нифига подобного, ребят. Ладно, давайте попробуем по центру пойти. Да блин, ребят, ну почему так не везет? Ё-моё, нужно, короче, идти в самую крайнюю, ребят. По-моему, это розовая там была, да? Да, по розовенькой, по фиолетовой. Но это ближе к розовому даже. Так, ладно, ребят, здесь точно синее. Отлично. Я просто на самом деле наугад реально сказал. А вот здесь куда? Ну-ка, ну-ка, куда она пойдет? Давай. Отлично, ребят. Стоп, рос не та. Так. Не это. Вот это может? О, отлично, ребята, мне повезло. Мне просто повезло, сохраняемся. А тут очень много выбора, куда можно пойти. Так, это что за глаза такие, ребят, смотрят? Это глаза Гэри, по-моему, да, ребят? У нас Гэри с такими глазами. Ё-моё, прикольно. Ладно, погнали. Аккуратно. О, а здесь надо прыгать, ребят. Я думал, здесь просто надо пробежать, но нет. Это гораздо сложнее все сделать. Ладненько, мы с этим всем справляемся, ребят. Вообще на изи. Хорошо, бежим по лестнице вот этой замечательной. Так, какая-то радуга, ребят, непонятная. Вон у нас гигантский Спанч Боб. Я вижу, там еще мистер Крабс, ребят, стоит. Подождите, это что, горка? Ой. А, нет, фух, я думал, что надо скатиться, я просто не понял, куда. Все, ладненько. О, это же дом белки. А как ее зовут, ребят? Так, надо загуглить, ребят. Сейчас я посмотрю в интернете, как зовут белку в Спанч Бобе. Привет, Сири. Белка из Спанч Боба. Среди ваших контактов нет никого с именем Белка. Ребят, пока мне Сири пыталась там найти белку из Спанч Боба, я вспомнил, как ее зовут. Ее зовут Сэнди, точно. И вот здесь, ребята, она живет в таком куполе, потому что она белка, ребята, и живет под водой, и входит всегда в скафандре. Это реально забавно. Так, у нас здесь есть Сквидвард, ребят, Патрик с каким-то пузом таким большим, там еще Патрики. Ну ладненько, мы, ребят, с вами аккуратненько проходим. Чуть не упал, друзья, чуть не упал. Но я не упал только благодаря тому, что вы поставили большой пальчик вверх. Вот кто-то из вас поставил, и я поэтому, ребят, не упал. Огромное вам спасибо. Так, это у нас лего-детальки какие-то, ребят. И мы прыгаем по лего-деталькам. Аккуратненько надо прыгать, чтобы не упасть, ребята, вниз. Отлично, но мы с вами пока, ребят, все препятствия проходим с первого раза, по-моему, да? Или где? А, не, вот там мы падали, точно. Я и забыл, ребят. Воу, это что такое? Воу, что за батуты какие-то? Воу, ребята, просто в космос куда-то нас закинуло. Офигеть, какие-то странные Патрики, ребят. Что с ними произошло? Давайте посмотрим. Ё-моё, их просто как выдавило наизнанку, ребят. Какой-то толстый Патрик вот этот. Офигеть, вот этот милый, кстати, ребят. А, ё-моё, ладно, прыгаем, друзья. Главное нам пройти сейчас препятствие, потому что режим называется «Побег от злого Спанч Боба». Поэтому нужно все делать аккуратненько. Я немножко, ребята, поторопился и умер. Но бывает, ничего страшного. Ладно, главное не расстраиваться, ребят, и бежать дальше. Так, хоп, хоп, хоп. Отлично, все. Так, где сохранялка? Не понял. А, вот она, сохранялочка, ребята. Вон, мистер Крабс огромный. Ой. Надо было перепрыгивать, ребят. А я думал, это наоборот трамплинчик, знаете, что он нас подкинет, и мы такие бам, куда-нибудь наверх. Ну ладно, ошибся я. Опа, нифига, ребят, какой. Ой-ой-ой, сложный уровень. Но мы проходим.
Проходим вот так вот, на башню какую-то забираемся, ребятки. Аккуратно, главное не упасть, потому что высота все больше, больше и больше. Хорошо, что не в самый низ, ребят. Хорошо, что не в самый низ мы упали. Опа. Хоп, хорошо, отлично, ребят. Просто проходим это препятствие. Еще немного, еще чуть-чуть. Все, все, ребята, прошли. Сохраняемся. Вот какой режим у нас, ребят, огромный, просто жесть. Ладно, бежим дальше, ребят. Я уверен, что мы справимся со всеми сегодня препятствиями, потому что мы с вами крутые. Вон, сохранялочку вижу. А где сложность, ребят? Почему так легко? Почему пока легко бежать? Прям в сохранялку, прям в чекпоинт. Супер, друзья. Так, что у нас здесь? Это нам надо перепрыгивать вот так? Или что? Или можем встать на это? А, ребят, ё-моё, можем бегать поэтому. Я думал, это какое-то жесткое препятствие, ребят. А это просто обманочка такая была. Вот он и мистер Крабс, мы до него добежали. Здравствуйте, мистер Крабс, как у вас дела? Посмотрите, какие у него глаза, какое у него пузо, ребят. Как все это весело и забавно выглядит. Боже мой, что с вами произошло? Мистер Крабс, вы съели все свои деньги. Ха, ладно, побежали, ребят, дальше. Проходим бочки, цилиндры, ё-моё, ну-ка. Оп, ну, вроде пока не сложно, ребят. Вообще, на самом деле, как-то все вроде, в принципе, легко у нас проходится. Особо нигде мы долго с вами не застревали. А вот он и Спанч Боб огромный. Похож, ребят, он на Буратино с таким носом. Ладно, так, что у нас здесь? Просто прыгать, да? Просто прыгать, ребят. Мы просто прыгаем. И главное, не зацепиться за красненькую, либо за синенькую. Только я, ребят, сказал, как такое возможно. Я вот только сказал, главное не зацепиться, и тут же зацепился. Ну, ё-моё. Я не понял. Ребята, там в начале, что ли, они еще есть? Как так? Откуда? Кто их там вообще поставил, ребят? Непонятно. Ладненько. Но тут я не допрыгнул, да, ребят. Только я сказал, друзья, что все идет легко, что мы с вами проходим быстро все препятствия. Тут же, ребята, я уже умираю сразу же на следующем препятствии очень много раз. Просто я, ребят, накаркал, понимаете? Я вот просто... Фух, хорошо, справились. Все, забыли, ребят, про это. Все, идем дальше. Так, ладненько. Ой, нифига себе, как прикольно, как красиво выглядит. Ой-ой-ой-ой, все синенькое, голубенькое, пробегаем. Так, медуза здесь. Все нормально? Все нормально, все хорошо, ладно. Отлично. Так, дальше. Блин, а че они такие высокие, эти препятствия? Опа! Хорошо. А, у нас тут двойной прыжок, что ли, ребят, был? А я ни разу не использовал. А, нету двойного прыжка. Все, отлично. И сохранялочка, сохранялочка. Обязательно, ребят, сохраняемся. Лабиринты. Что? Какой-то лабиринт, ребят. Серьезно? Как проходить его? А, это не лабиринт, ребят. Это не лабиринт. Это нужно вот так вот прыгать, что ли? Правильно я понял, друзья? Тут надо еще как бы понять, что делать-то на самом деле. Так, аккуратно, ребята, пробуем дальше проходить. Так, а как здесь? Нет, ну 100%, ребят. А-а-а! Вот так вот надо. Ага, нет, тут все. Тут можно пробегать, ребят. Вот я немножечко тупанул на самом деле, да. Самое главное разобраться вообще, что от нас хотят на каждом уровне, потому что иногда бывает все гораздо проще. Просто начинаю сам себе придумывать сложные задания, ребят, и из-за этого просто-напросто трачу кучу времени и умираю, ребят. Но здесь все, в принципе, просто, да. Мы проходим. Отлично, прошли, да. Все, Гэри, ребят, посмотрите, по улитке прыгать будем. А она маленькая, ребят, надо попадать на нее. Офигеть! Вот это реально сложно. Боже мой, она же маленькая улиточка, а теперь часто надо прыгать. Опа, хопа. Ой-ой-ой-ой, с первого раза прошли. Вот это препятствие реально было сложное, ребят, но мы справились с ним как-то с первого раза. Я не понимаю, как. Нам просто, видимо, повезло, ребят. Больше я не могу сказать причину другую, почему мы это прошли. Так, здесь вот сюда надо, да. Все. Как? Вот, ребят, я стою же, вон, оно не касается, посмотрите. Оно не дотронулось. Как так? Может, как-то рукой? Я не знаю, ребят. Ладно, но это, в принципе, несложное задание. Отлично, мы с ним справляемся, друзья. Так, дальше по этим штукам прыгать. Ох, как я угадал, ребят, сразу, по каким штукам надо прыгать. Ё-моё. Хоп, хотя, в принципе, могли бы сделать, что по желтеньким надо прыгать. И вот, ребят, какая-то у нас тут полоса длинная. Я думал, на самом деле, что нас ускорит. Но что-то нас не ускоряют, ребят. Не знаю, что нас будет ждать. По-моему... Скорее всего, друзья, мне кажется, что там уже финиш. Я, конечно, ни на что не намекаю, ребят, но мне кажется, что сейчас мы именно финишируем, ребят. Чё за длинная полоса такая? Еще никаких препятствий нет. Хотя, прикиньте, сейчас в конце, ребят, что-нибудь поставят, я просто так не замечу, и бац, и умру, и все. Ладно, не, я вижу уже сохранялочку, друзья. Я вижу уже чекпоинт, мы к нему бежим. Быстро бежим, причем, ребята, сейчас мы финишируем, и все будет просто шикарно. Давай, быстрее, 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 быстрее. Еще, еще, еще. И мы прошли. Ребята, скорее всего, мы прошли.
Скорее всего, мы прошли и сохраняемся. Хорошо. Отлично. Что у нас здесь есть? Флай, супер джамп, телепорт. Ребят, мы можем взять себе что-то. А, я все это и взял, ребят. Теперь вот шарик мы вот такой вот прикольный красный можем взять. В общем, ребят, да, мы прошли режим. Только подождите, давайте посмотрим, что у нас вот здесь. Эпик Вин, да, друзья, все, мы финишировали с вами этот замечательный режим. Здесь у нас какой-то парк развлечений, качельки, можем, ребят, вот так вот покачаться. Ну, в общем, друзья, наверное, на этом мой ролик заканчивается. Масочки тут такие прикольные. Ставьте большой палец вверх, если видос вам понравился. Обязательно подписывайтесь на канал, не забывайте оставлять положительные комментарии. Также, друзья, если досмотрели ролик до конца, напишите в комментариях слово «Спанч Боб». Это будет реально здорово, узнаем, кто смотрит ролики до конца, а кто нет. Ну, а с вами был по-прежнему Овер. Не забывайте подписываться на мою страничку ВКонтакте и на Инстаграм. Все ссылки будут в описании. Всем удачи, ребят. Спасибо за просмотр и пока-пока.